Всем привет, ребятки, на канале Докуку. Вышла новая серия Skibidi Toilet 49. Давайте же ее полностью конкретно разберем. Так, и тут видно лежащего камерамена. Он встает. И тут сразу же видно Джимена. Давайте же полностью посмотрим. Это карта из Гаррис Мода. Которая была очень сильно изменена. Там пролетал дело. Вот это новый тип скибидиста. Но тут появляется два телевизора Мэна и одна телевизора Мэнка. Да, это девочка. Одна телевизора Мэна. Вот пилот появляется. Она отпустит свой телек и вставляет новый. Из-за чего он может управлять им. Он взрывается. Телек обратно прилетает к ней. Сзади появляется гигантский скибидист. Они телепортируются в лабораторию. А в лаборатории мы видим камерамена и видим знак. Что этот знак означает? Именно это бренд камерамена. И у меня еще одно есть предположение. Видите эти две камеры? Три камеры было только у камерамена Титана. Это очень большой намек, то что где-то через три серии, или же через очень мало серий, камерамен Титан вернется. Это очень большой намек. Но я не могу это точно подтверждать. Скорее всего, это означает то, что камерамен Титан очень скоро вернется.